Мы с двумя пакетами, короче, сегодня. Целый бабочка. Все, направляемся. С молоком или с водкой? С водкой. С водкой? А ты, Серега? Поддерживай. Ну что, куда? Вове, бутылки вот в эти пустые. Вода, это просто так у нас запил. Ну это понятно. Вот, а по половине, короче, водки. В каждую бутылку по половине шампанского. Да. Здесь глаза не все хорошо. Да. Обратно. Сталкер. Нам еще, короче, пишут в комментариях, типа мы над тобой издеваемся. Как ты считаешь? Я считаю так, что насильно мне никто это не делал. Да. Это все в прочности желудка. Это экстрим, ребята. Да. На что готовы? Ну, поэтому я и говорю, поэтому я и говорю, что не стоит повторять то, что делаю я. Мы, короче, пойдем, будем в подъезде уж хулиганить. Сейчас будет соревнование Серега против Сани. Сейчас, короче, мужики будут, Саня и Серега, соревноваться. Они пьют шампанское с водкой. В общем, шампанское перемешку с водкой. Да. Кто... Смесь термоядерная. Жесть. И кто быстрее выпьет, короче, тому 200 рублей. Чтобы не залил. Кто кого, блядь? Сталкер выиграл, короче. Да, ну там на миллиметр, но реально сталкер выиграл. Если вам не сложно, ставьте лайки, подписывайтесь. Будут еще более интересные конкурсы. Есть очень крутые задумки.